Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе! Сегодня вторник, и мы продолжаем с вами чтение книги «Деяния святых апостолов». Мы с вами сегодня читаем 12 главу, 25 стих, и 13 глава, первые 12 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И Варнава, и Савл по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Елима Волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот, рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшего, уверовал, дивясь учению Господню. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги «Деяний святых апостолов». Сегодня читаем с вами конец 12 главы, это 25 стих, последний стих главы, и главу 13, первые 12 стихов. Итак, мы видим, что Варнава и Савл в исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Что это за поручение было? Это поручение, которое мы читали главой ранее, о том, что апостол Павел и Варнава должны принести некое пожертвование в Иерусалимскую общину, что в дальнейшем Павел будет регулярно исполнять. И вот они, исполнив, то есть донеся те пожертвования, которые были пожертвованы Иерусалимом христианами из других провинций Римской империи, они вернулись в Антиохию. Напомню, что Антиохия – это территория современной Антакии, провинция Антакия, которая находится на территории современной Турции. Далее, в 13 главе мы читаем: «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители». Пророки – это те, кто познают волю Божию и ее провозглашают. Условно очень можно их, это служение привести к сегодняшним старцам, которые действительно ведают волю Божию о человеке. И всю жизнь они проводят в постижении этой воли, смиряя себя и приводя все свое время в посте и молитве. Учители – это те, кто учат новообращенных. Учителя веры, прежде всего. Катехизаторы мы сегодня их называем. Итак, далее. Кто был в тамошней церкви? Варнава и Симеон, называемый Нигер. Это очень интересно. Нигер – это латинское слово, которое означает «черный». И здесь мы можем сказать, что либо здесь речь идет о его африканском происхождении, либо о действительно его смуглой коже. И Луций киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника. Очень интересно, Манаил – это перевод с греческого, на греческий язык еврейского имя Менахем, что означает «утешитель». И кто такой Ирод четвертовластник? Ирод четвертовластник – это сын Ирода Великого, его еще называют Ирод Антипа. Он правил Галилеей и Переей до 39 года,
до того момента, как не поссорился с Иродом Агриппой и поехал просить у Калигулы царства, за что и был сослан, в принципе, в Северную Испанию. Чем еще и знаменит, печально известен нам по Священному Писанию Ирод Антипа, четвертовластник, тем, что именно из-за него погиб Иоанн Креститель. Он был женат на своей племяннице, Ирод Антипа, и Иродиада из-за ее интриг, в принципе, и был убит пророк-предтеча Иоанн. Соответственно, Манаил вместе с ним, очевидно, воспитывался. Был еще и Савл. Вот перечисление этих имен уже говорит о широкой географии христианства, которая распространилась. Мы видим и Симеона, которого так называемый Нигер, Симеон Нигер. Очевидно, это был какой-то... у него было и имя Симеон, и прозвище римское Нигер, что означало его мультикультурность. Луций – киринеянин, с Кириней. Манаил – это иудей, Савл – это человек, выросший в Тарсе и в то же время имеющий классическое раввинское воспитание, фарисей по своему прежнему убеждению. То есть мы видим широкую географию, широкую палитру взглядов людей. Христианство распространяется, и вот это перечисление, оно не случайно. И как раз-таки Симеон, называемый Нигер, он упоминается только здесь. Больше нигде в Священном Писании мы с ним не встречаемся. Далее, когда они служили Господу и постились, служили Господу. Здесь первый раз евангелист и писатель Лука употребляет такое слово, как «литургия». Это слово имеет как религиозное, так и светское значение. Светское значение – это просто совместное какое-то делание служения, добровольное или недобровольное. Соответственно, в контексте Священного Писания, в контексте религиозном, и сегодня у нас под литургией мы понимаем именно Евхаристию. Но здесь идет просто речь о совместной молитве, совместная деятельность. Совместно молились они и постились. Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Мы видим, что здесь отделяется Варнава и Савл для служения миссионерского. Они отправляются служить и проповедовать Слово Божие в странах языческих, территориях языческих. «Тогда они, совершив пост и молитву, и возложили на них руки, отпустили их». Это некое благословение. И вот они отправляются в Селевкию, и оттуда отплыли в Кипр. Ибо в Саламине проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Это стандартная тактика апостола Павла. Он всегда начинал проповедовать с синагог. И дальше уже, если его оттуда гнали, если принимали, то он продолжал проповедь. Если гнали, то он уже шел к язычникам. И имели же при себе и Иоанна для служения. Иоанна, называемого Марком. Далее они проходят до острова Пафа. И здесь крестят некоего проконсула Сергия Павла. И, скорее всего, апостол Павел берет себе вот здесь вот это вот прозвище Павел. И здесь вот именно с 13 главы мы знаем об апостоле Павле как вот с именем Павел. Павел, потому что до этого он упоминается как Савл. Здесь он, получается, в повествовании появляется именно римское имя, не еврейское. И мы видим, на самом деле, вот на этом переходе, в этой главе, что в дальнейшем он будет именоваться именно апостолом Павлом. И мы видим, что для евангелиста Луки вот это переименование очень важно. Важно показать перемену, что христианство выходит за культурные рамки иудаизма, ветхозаветной церкви, и распространяет свое служение за пределы Палестины и несет Слово Божие всем народам земли. И это в том числе вот так вот тонко показано переменой имени. А то, что оно действительно имело место быть, и действительно апостола Павла так звали, это распространенная традиция была тогда, иметь некие такие названия, в том числе вот такого римского качества. Потому что Павел переводится как «маленький», «малыш», «крошка». То есть можно вот так вот это все перевести. Соответственно, Цицерон – это тоже некое прозвище, которое означает «кудрявый». Соответственно, здесь мы видим вот это перемены. Перемена с еврейского имя на римское, на общеупотребительное, распространенное, то есть язык международного общения. Мы видим эту перемену. Перемену в проповеди и перемену в географии проповеди. Это очень важный аспект, который не всегда нам заметен. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господь.